Сегодняшние торги начались ожидаемо активно. Конечно, сегодня же мы ждем поток важной информации из Соединенных Штатов. Это будут данные по инфляции и решения ФРС по процентной ставке и перспективам изменения денежно-кредитной политики. После снижения к отметке 97.51 в начале торговой недели индекс доллара поднялся в ходе торгов в Азиатско-Тихоокеанском регионе на фоне ожидания того, что Джером Пауэлл обозначит оптимистичный настрой в своем заявлении по итогам заседания. Также ситуация на рынке требует осторожности и на фоне решения торговых споров. США и Китай постоянно делают противоречивые заявления в преддверии очередного повышения пошлин 15 декабря. Если сделка заключена не будет и будут введены новые тарифы, напряженность в отношениях между двумя сторонами усилится, что, скорее всего, негативно отразится на всей глобальной экономике. Тем не менее, вчера трейдеры учли сообщение информационного агентства Dow Jones, в котором говорится о возможной отмене введения тарифов 15 декабря, учитывая активную работу над торговым соглашением Вашингтона и Пекина. Так рынки отреагировали с закрытием части сделок на покупку безопасных активов. Иена подешевела в паре с долларом. Тем не менее, котировка USD GPI не смогла вырваться из прежнего торгового диапазона, оставаясь вблизи уровня 108.70. Во вчерашней новости о торгах в Азии мы говорили о прогнозе восходящего движения, для чего графику надо было закрепиться выше уровня 108.60. Но, как мы видим, восходящий импульс недостаточно силен. Трейдеры сдерживают себя в ожидании официального подтверждения отмены введения тарифов на китайский импорт, а также в предвкушении пресс-конференции Джерома Пауэлла. Оправдался и наш прогноз по снижению австралийского доллара в паре с американским. Но и тут заметна нерешительность рынка. График не смог опуститься ниже психологического уровня на 0,68. И даже несмотря на слабые данные по потребительским настроениям Австралии, AUSI скорректировал свое положение к отметке 0,6820. Котировка еще имеет шанс подняться выше, но направление вверх будет крайне неустойчивым. Для пары Audi USD по-прежнему сохраняется медвежий сценарий. Европейский экономический календарь сегодня пуст, и в центре внимания трейдеров будет политическая ситуация в Великобритании. На рынке сохраняется затишье в преддверии важных событий – заседания ФРС, Европейского центрального банка и выборов в Великобритании. Также новости с фронта торговой войны по-прежнему будут удерживать внимание финансовых площадок. А на этом у нас пока все. Мы желаем вам профитных сделок и ждем вас в наших следующих видео на канале InstaForex TV.